«Любовью к родине дыша» – таков девиз фестиваля хоровых коллективов общеобразовательных учреждений района. Его задача – научить подрастающее поколение понимать и следовать значению этих слов. Немаловажно, по мнению педагогов, и то, что фестиваль – это еще одна возможность для ребят проявить себя. Фестиваль, конечно, нужно, чтобы каждый коллектив показал свое старание, показал свои возможности. А детям это вообще необходимо, потому что приходят петь дети какие, которые хотят петь. Реализоваться должен каждый человек. Реализовать себя изъявили желание 8 общеобразовательных учреждений и одно учреждение дополнительного образования. Всего 152 участника. Выступления проходили в 6 номинациях. Среди обязательных произведений «Русь называют святою» и две композиции Генриха Струве «Подмосковье» и «Моя Россия». В итоге жюри вынесло решение. Лучшая песня о родине у Тимоновской школы. Лучшая авторская песня у школы номер 4. Лучший дебют у школы имени 8 марта. В номинации «Духовное произведение» победил лицей номер 8. Песня о школе – ансамбль «Горошины» Дома детского юношеского творчества «Юность». Русская народная песня у гимназии номер 6. А вот фольклорный ансамбль «Красное солнышко» вполне доволен и вторым местом. Мы выступали первый раз на сцене, не школьной здесь. И я хочу сказать, мне понравилось, они молодцы. Вот то, что мы хотели, как бы мы получили. Не зря мы приехали, я считаю. Юбилей родного края отметили и открытием выставки декоративно-прикладного творчества. Она разместилась в районном центре народного творчества и досуга. Здесь собраны работы детей со всех школ, со всех домов творчества нашего района. Очень интересная, очень представительная выставка. Очень много работ прикладного творчества здесь задействовано. Детские поделки выполнены на три обязательные темы – природа Подмосковья, исторические мотивы и религиозные. Работа участников выставки находит живой отклик у их сверстников. Ну, тут мне очень красиво, интересно посмотреть на всякие работы. После знакомства с экспозицией посетители отмечают лучшую работу. Мы приняли тоже в этом участие. По итогам отзывов будет определен победитель. Ему вручат приз зрительских симпатий.